На свежую голову. В школах отменят занятия во вторую смену. С такой инициативой выступило Министерство образования России. Режим обучения в две смены, по мнению экспертов, значительно снижает качество образования и вредит здоровью детей. В региональном министерстве образования инициативу поддерживают. Обучение в первой половине дня, считают специалисты, позволит разгрузить школьникам день. Сейчас на территории Саратовской области всего 10% общеобразовательных учреждений работает в две смены. Из них 52 школы находятся в областном центре и 24 в Энгельсе. Перевод учреждений образования на обучение в одну смену будет планомерным и займет несколько лет. Было время, когда у нас был недостаток детского населения, и тогда, когда, в общем-то, мы школьные аудитории отдавали там под музеи, мы делали отдельные кабинеты и для английского языка, и для немецкого языка. У нас в некоторых школах есть по несколько кабинетов информатики, кабинетов математики, поэтому здесь, в общем, в реальных возможностях мы будем серьезно относиться уже к недопущению разбазаривания школьных площадей.